Добрый день, дорогие друзья. Глоток апельсинового фреша, свежий витамин С, заряд бодрости на целый день. Это то, что нужно вам, но, собственно, и вашей коже тоже. Итак, я приветствую вас в Центре научных разработок. Это лаборатория, где создаются те самые шедевры, которые вы привыкли видеть на страницах нашего каталога. Ну а сегодня мы поговорим о новых шедеврах. Итак, свежий цвет лица, сияние кожи. Вам же нравится, когда вам говорят комплименты? Вы хорошо выглядите, прекрасные, посвежевшие, отдохнувшие и так далее. Наверное, были на море. Это из области пока меч, но тем не менее. На самом деле, все эти приятные слова – это всего лишь оценка вашего визави не морщин, не овала лица, а именно ровного цвета лица, ровного тона кожи, потому что ровный тон кожи позволяет вам выглядеть моложе, причем значительно моложе, на 5-10 лет. Это доказано, что тон кожи – важный критерий, с помощью которого мы оцениваем ваш биологический возраст. Поэтому как будем собирать максимальное количество лайков? Ну, во-первых, да, это действительно легко и просто. Я бы сказала банально. Витамины и кислород. Кислород, который нам необходим для жизни, и витамин С, который тоже необходим для ровного тона кожи. Это идеальный альянс для сияния, свежести. И такой глоток кислородно-витаминного фреша мы вам приготовили. Встречаете серия BioGlow с яркими солнечными ароматами, наполненной энергией витамина С и кислорода. Это та самая гарантия, которая будет сопровождать весь день. Кожа будет сияющей. Что именно создает эффект безупречности? А безупречность создает высокотехнологичный комплекс BioGlow с витамином С, и который будет стимулировать естественные механизмы обновления и детоксикации кожи. В составе есть еще один витамин, витамин В3, а он необходим для разглаживания морщин, укрепления барьера кожи, и еще он делает кожу эластичной и способствует ее обновлению. Ну, конечно же, кислород. В составе наш знаменитый комплекс Новофтем, который необходим для дыхания клеток и усиления микроциркуляции. Более того, он усиливает действие других витаминов кожи. Итак, витамин С необходим коже как кислород. Почему? Ну, давайте узнаем. Во-первых, организм человека не способен синтезировать витамин С. Мы его получаем с пищей. Суточная норма примерно 90 миллиграмм. Это где-то, ну, примерно 1-2 болгарских перца, 200 грамм ягод смородины, ну и, наверное, почти килограмм апельсинов. Но, тем не менее, источники, дополнительные источники витамина С для организма просто необходимы. И если витамина С будет не хватать, то в организме он сначала будет разбираться более важными органами, а в кожу попадет то, что останется, или не попадет, как повезет. Поэтому витамин С нам для кожи нужен отдельно. Кожа он необходим, потому что прежде всего это мощнейший антиоксидант, он руководит синтезом коллагена, эластин, укрепляет стенки капилляров, защищает от окислительного стресса. И поэтому рекомендуется восполнять недостаток ценного витамина с помощью косметических средств. Итак, более того, доказано, что витамин С наносить на кожу необходимо, потому что он усваивается в 20 раз лучше, в 20 раз эффективнее, чем при приеме внутрь. Он прекрасно проникает через кожу, где борется со всеми признаками фотостарения, утолщениями, неровностью кожи, пигментными пятнами и даже тусклостью. И без витамина С, как я вам уже говорила, синтез коллагена невозможен. И еще витамин С будет помогать витамину В3 лучше работать. Он будет выравнивать рельеф кожи, повышать ее эластичность, усиливать барьерные функции кожи, способствовать удержанию влаги и, самое главное, стимулировать обновление клеток кожи, омолаживая их популяцию. Популяция станет моложе лет на 5-10. Итак, сияйте этим летом серии по уходу за кожей BioGlow. Крем с жемчужным эффектом. Это потрясающая история, must-have для утреннего ухода. Прежде всего, смотрите, он придаст коже сияние благодаря своей вот этой необычной текстуре. Потрясающая формула с перламутровыми частицами выровняет тон кожи и подарит ей сияние. И здесь просто бомбическая концентрация витамина С. Жидкие патчи для коррекции мимических морщин. Теперь мы о них попробуем забыть, о мимических морщинах, потому что, нанеся жидкие патчи на кожу, там, где они могут образовываться, это вокруг глаз, лоб, носогубки и так далее, тоже удивительно
интересная текстура. В составе есть еще те самые перламутровые частицы и миолилаксант, который будет расслаблять кожу, расслаблять мышцы и разглаживать морщины. Ну и крем для век, здесь важен его эффект с мощной дозой охлаждающего компонента и витамина С и кофеина. А кофеин здесь необходим для бодрости не только вашего организма, но еще для гладкой кожи вокруг глаз, потому что прежде всего он сотрет с лица темные круги по глазам, уберет отеки и будет стимулировать микроциркуляцию, сокращая морщинки. Ну и совершенно потрясающая маска желе. Ночная маска с необыкновенной текстурой, которая называется Memory Form. Восхитительная маска с ароматом спелого манго будет стимулировать природный механизм обновления кожи. Смотрите, вы ее трогаете, она снова возвращается обратно. Вы ее трогаете, она снова возвращается обратно, точно так же возвращая то самое сияние кожи и улучшая цвет лица. Итак, серия BioGlow. Это витаминная бомба для вашей кожи. Это то, что необходимо для того, чтобы сиять каждый день и чувствовать себя бодро и восхитительно, и получать огромное количество комплиментов, которых ваша кожа будет достойна. Итак, встречайте посткарантинное лето с серией BioGlow с бомбической дозой витамина С. Сияйте и будьте прекрасны. Получайте 1000 лайков и выглядите всегда безупречно. BioGlow, витамин С и кислород – это то, что вам необходимо.